Какой прекрасный солнечный день. Всем привет. И мы выдвигаемся дальше в город Иркутск с деловыми линиями. Денечек дома отдохнул. Так, что-то проезжал. Тут вроде этот поворот не чищенный нифига. Вот не знаю, туда суваться нет. Или там, блин, развернуться у Лукойла. Не, наверное, я не поеду. Я вот тут вот в этой каше застряну. Возле Лукойла сейчас крутанемся, там дальше выйдем на семерку. Здесь просто можно было попасть на кольцо. Так, ничего не заезжал, ничего не делал. Потому что смысла не было. Надо будет, чтобы была пустая машина, чтобы прицеп все загнать, сделать. Поэтому движемся пока вот так вот. Там потом это все с Иркутска приедем, да устраним сразу на ремонт. То есть это на скорость никак не влияет, на зарплату тоже. Самому мешает. Так, надо свет же включить, у меня ходовые огни не работают. Сейчас вот она первый раз все обморгает, так сказать. Расскажет, что у нас, блин, за беда с лампочками. А потом все. Так. Есть, я сразу вот так вот потом возьму. Все нормально. Кстати, осадков никаких и не предвидится. Ну и вообще, короче, крутяк. По такой вот погоде ветра тоже вроде как бы нету. Морозненько, градусов 11. Так, что тут? Она мне сейчас не покажет. Мы же стояли, молотили, машина грелась. Вот здесь развернемся. Здесь, благо, сейчас сделали. То есть расширили туда и можно уходить. Раньше тут неудобно было крутиться. Так неудобно было. Сейчас вроде гуд. Давай, маленькая, пролетай. Блин, а там масса интересна. Ты быстро едешь, нет? Ох ты, чтоб меня тут не сложило, блин. Все, нормально. Никому не помешали. Блин, что-то я забыл, так резко пошел. Она же может прицеп тебя толкнуть и, блин, сложился бы сейчас. Ах, какой чудесный день, какое солнце, вы посмотрите, а. Все, удачной нам дорожки. В добрый путь. Погнали. Пец, конечно. Снегу навалило. Ну ты вот куда ты едешь? Вот, ну куда? Торопишься сильно, да? Убирают снег. Там сзади машина едет роторная. Ну, короче, выкидывает его туда. Квет в обочину. Так, что у нас этот? Сейчас заправляться будем на Татнефти. Что там, литров 900, наверное, придется брать. Блин, и этот КамАЗ, что ли, на заправку? Ё-моё, я думал, он сейчас уедет, а он нет. А он не уедет. А он сейчас на заправку тоже будет заезжать. Да уж. Медленно просто ехал, я его не обгонял. Ну, ничего не поделаешь, надо нам заправляться. Так, шланги тут тоже интересно. Вот здесь вот длинные, не длинные. Или туда на грузовую надо переезжать. Долине. КамАЗик. И, наверное, тут не хватит. Надо вот здесь где-то искать какую-нибудь колонку. Потому что там длины не хватит. Да, здесь вот длины.
Ладно, ждем. Короче, у нас тут пробка. Вытаскивают машинку. Вытаскивают. Что там, не вытащили еще никак что-то. Прям перед самым носом тут слетела машина. Сейчас вытаскивают. Маленький вон разворачивается уже в объезд. Сколько мы тут стоим? Такие дела. Заглушил, фен включил. Ожидаем. Поздравляю вас, Павел Андреевич. Так, еще у меня тут опять нифига машина не едет. Вот так вот мы 40 едем, тут подъема-то нету, бор. Сейчас, наверное, этот где-то тормозится, прокачать еще раз попробовать, блин. Заправился. И что там, что-то подняло, что ли, с бака? Нифига я не пойму, что за фигня. О, давай переключайся, тут уж поровнее сейчас с горки поедем. Лишь бы совсем не встало. Впереди у нас Урал. Надо сейчас подготовить, сделать. Так будет, блин, тяжело. Тут уж он вечереть начинает. Еще пасмурно. Сейчас где-нибудь встанем, попробуем опять прокачать, посмотреть, что за фигня тут творится. Блин, конечно. Досадно. Не хотелось бы сейчас ковыряться. Тут еще простояли с этим ДТП, времени потерял. Сейчас еще с машиной тут ковыряться. Ну ладно, ничего не поделаешь. Надо будет тормозиться. Надо тормозиться, надо прокачать. Так, 50, ёптель. Наверное, на фотосъемку попали, блин, что-то я задумался, тут еду. Останавливался я, короче, прокачивал. Впереди у нас, потому что горки начинаются. Ну и сейчас посмотрим. Эффект дало. Сначала как будто в пустоту какую-то качал. Качаю и... Ну, как будто никуда не качается, а потом вот... Наверное, минутку я там повелозил ее. И все, начала она упираться. Так, сейчас проверим. У нас какой подъем. Будет дергаться, нет. Главное, ошибки никакой не показывает же. Так, даже 12-ю включила. 12-е не, надо 11-ю. Вроде едет. Вот на 12-й бы она уже тут бы и задергалась. А тут пока поднимается. Сейчас Урал покажет свое. Как все-таки быстро уже темнеет, а? Ну, я и выехал не совсем, чтобы с утра пораньше. Так, едем, вроде нормально, идет. Пока не замерзайку получил, пока воды там набрал, пока все помыл, подготовил.
масло взял на доливку, опять же. Такие, чтобы было, мало ли что. И вот время тут теряется, конечно, много. Уйма. Так, покажем поворотником сюда. Не, все прекрасно. Подъем, заходим. Я вообще не представляю, что это такое. Возможно, сама вот эта, где помпочка, возможно, проблема в ней. Сейчас, может, и расход упадет, а то что-то 37, это прям слишком шикарно. Слишком большой расход у нас. Да, дорогу тут все расширяют, делают. Блин, вот она бы, конечно, да, тут как широкую сделают, как топану. Вон, Тойоту кто-то засадил. По широкой бы как, а? Ездили тут хорошо. До самого Сима бы. Что-то авария впереди, говорят. Поездники проехали, а мы опять становимся. Да, на Челябинск. Сумка бежит на Челябинск. ДТП. Не спешим. ДТП. Не спешим. Тормозим. Останавливаетесь. Ну, что-то серьезное там? Надолго, интересно, нет? Кто знает, но вон встречка видно, тоже стоит. Эх, везет мне сегодня. Что там, чайник-то ставить можно, что ли? Перед Новым годом ехали здесь ДТП, сейчас опять. Ставьте, пацаны, чайники, все можно ставить. Пельмени еще варить. Так, нахуй останавливался, блядь, чай попить. Так, нейтралка, ручник. Стоим, ждем. Не, встречка вроде пошла. Или нет? Кажется. А, там вообще далеко-далеко эта встречка стала, этих пропускала. Гаишников. Так, вот у нас моргалки. Короче, по времени что я тут потерял? Ну, где-то, наверное, минут 30. Блин, все думаю, сейчас быстро проехать. Всегда так, когда куда-нибудь надо быстрее ехать, что-то не получается быстро ехать. Что тут непонятно. Что за кипиш? А, нифига себе. Блин, она в кювете. Как так на абсолютно сухой дороги, но нормальная дорога, спешка. Так, все, сейчас надо, короче, Урал проходить, до Челябинска ехать. Завтра надо ближе к Омску, а уже дальше ехать, потому что 5 дней я себе оставил, чтобы доехать до Иркутска, поэтому надо работать, прям работать и работать. Так, короче, по итогу, блин, чуть-чуть я подломался, смотрите, фильтр гребаный, вот у меня съемники есть, ну, откручивал я на новой машине, открутить не смог, короче, шурик у меня тут, пришлось сверлить, открутил. Так, а сейчас это надо будет с собой все забрать, смотрите, какая там муть, блин, охренеть. Вот такая вот муть была. Так, сейчас это все почистим. Фильтр подготовленный, вот. Сейчас все поставим, сейчас все будет. Блин, я промучился 40 минут. Я открутить не мог вот эту шляпу, блин. Что, по факту?
факту у нас такой чудесный морозный день. Я, короче, промучился с этой всей фигней. Поставил грушу, сломалась помпочка. Все это вот на быстросъемах, это не надевается, не лезет, там большой диаметр. Короче, промучился, вчера сначала прокачать не мог. Вот с этой стороны точно так же. Быстросъемы поломались, потому что мороз. Ой, сейчас проверим, поедем. Прокачал я наконец-то. Короче, самая фишка в чем? Сколько ни кричал, тут не просил. Ребята, довезите. Короче, потом тут смотрю, коллега был, тормознулся. Короче, он здесь кушал. Я до него дошел, я говорю, блин, вот надо доехать там туда-сюда, такие дела, блин. Он только довез, замерз. Ужасно, солярка, потому что весь все облился. Ой, фен, блин, не работает. Вчера все аккумуляторы высадил. Ладно, как она у меня завелась, но фен плохо работал. Аккумуляторы высадил, потому что маслал. Тут вот такой беспорядок. Время у нас уже, наверное, пипец сколько. Я никуда не успеваю. 10. Такие вот дела. Фен, он что-то и так и не хочет жить, дружить, блин. Показывает минус 15, но местный меня тут довозил. Вон что, ошибок повылазило. Местный довозил, говорит, этот, минус 25. Что-то я не знаю, что тут. Что у нас за проблемы вообще? Все в кучу. Он просто даже не запускается, не хочет. Я мне еще только не хватало. Ладно, будем собираться, да, выдвигаться дальше в путь дорожка. Промучился я все это, ездил. Я в Кропачево покупал груши. Вот рация так и болтается. Я тут кричал, помогите, спасите. Все советуют, но никто не останавливается. Братская помощь, блин. Ну да ладно. Короче, все, выехал я. И вот я про это братство, блядство. Конечно, я в шоке. Я кричать, стоять столько и уехать невозможно просто уехать. Я вам отвечаю, я уже и говорил, что я сломался, мне надо за груши. И грушу я спрашивал, может, у кого-то я куплю. Я что только не просил, короче, блин, не получалось. Ну, откликались, конечно, кто-то говорил, я проехал уже тебя. Но опять же, я не на дороге как бы стоял, а в таком кармашке. Меня не видно, может, действительно кто-то проезжает. Так, сейчас у нас сим будет подъем. Проверим всю работоспособность. Я еще нифига не раздевался, холодно, я замерз как... Вот 18 уже кажет. Я говорю, это просто постоял. Я просто стоял, и там вот, ну... Я фиг его знает, что она такую температуру, потому что, блин, я так примерз. Кошмар тут дорога. Сейчас проверим в подъем. Все, ну вот, звонил механику, там на деле, говорит, надо этот отсоединить, вот это быстросъем, как с мочевины снимается трубку там. У меня 4 трубки идет. 2 это обратка, обратка через фильтр идет, его подогревает. А 2 уже это идут, одна с бака и на двигло. Вот. Ну, как бы их тут вопросов не было найти, все нашел. Во-первых, туда диаметр очень большой. Вот этого самого быстросъема. Он, во-первых, и короткий, и большой, и не налазит эта груша. И, короче, это был капец. Я его подогревал. Ай, короче, было тяжело, блин. Все это сделал вроде, все прокачал, все пошло. Завел, а у меня обратка потекла с тех штуцеров, откуда я поснимал те трубки.
Короче, давай я эту обратку надо как-то глушить, чтобы оттуда не текла, блин. Ну, обратку полностью глушить не будешь, она же должна в бак уходить. Я, короче, давай там перекрывать. Ё-моё. Сложно, тяжело, блин, непонятно. Еще я говорю, холодно, холодно, это вообще пипец. Руки обмерзают, в варежках неудобно работать, потому что все маленькое, все... Солярка это на руки попадает, ключи холодные. Тяжело, конечно. Но, слава богу, у нас сейчас вроде все ништяк. Вот я чуть-чуть, конечно, немножко тупанул, сделал неправильно. Может, надо было доехать до Кропачева, хотя, мне кажется, я до Кропачева бы и не доехал. Я потому что там в подъем еле-еле поднялся, здесь бы я не поднялся. Здесь вот этот очень большой подъем у нас идут, и там горки. Я бы крался, но до Кропачева бы я доехал, я бы там встал. Попроще бы было, я, то есть, магазин автозапчастей. Там тоже есть автозапчасти, но там ничего нет в них. То есть элементарно даже груши не было. И груши мне повезло. И я, короче, купил одну простую, а другую силиконовую. Вот простую бы я не натянул на этот штуцер, на быстросъем. Потому что у нее диаметр поменьше, а она потолще. А эту я силиконовую, короче, нагрел. Кое-как натянул, хомутами прижал. Ну все, вроде едем. Нормально поднимаемся, только еще дубак в кабине. Мне сейчас пофиг, хоть тащиться, главное ехать, и чтобы было тепло. Обалдеть, я ночью тут намаялся, блин. Я грудь, аккумуляторы высадили, фен у меня что-то непонятно, блин, включается, выключается. Короче, так себе ночка прошла, еще вот это... Надо же ехать быстрее, а теперь все. Поезд тю-тю, как говорится, ушел. Быстро теперь я не доеду. Ну что ты там встал? Ты уже езжай или не езжай? Я все ямы, блин, из-за тебя тут собрал. Вот один едет. Блин, у нас тут еще аварийка встала, оказывается. Вот мог бы уже давным-давно объехать. Я вот тебя опять пропускаю. Там сейчас сужение будет. Ватные какие-то. Ладно. Едет, главное, поднимаемся. Красота! Блин, я так счастлив, я так рад. Блин, я потому что так замерз. Я вчера 4 часа, короче, вокруг нее прыгал, блин. А сегодня получается 5 часов на морозе, блин. Тяжеловато.